Всем привет, ребят! С вами Андрей. Нанимаем виртуальных ассистентов для продажи на Amazon в этом видео прямо сейчас, ребят. Вы наверняка слышали, на моем YouTube-канале я много раз говорил про ассистентов, но никогда особо не показывал более углубленно, что это такое, как вообще нанимать ассистентов. Сегодня я вам покажу конкретно, как ставить application, как ставить объявление на работу. Почему мы нанимаем ассистентов, для чего они нужны и как масштабировать свой бизнес на Amazon благодаря им. Меня зовут Андрей Крейсберг, ребята, если что, спасибо, что зашли на мой YouTube-канал, очень благодарен вам за это. Поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, это очень важно прямо сейчас, помогает алгоритм продвижения моего канала, соответственно, да. А также пишите, откуда вы смотрите, страна, город, и не забывайте комментировать слово «гайд», чтобы получить просто гайд, получить мой бесплатный, пошаговый, приватный гайд о заработке на Amazon. Комментируйте слово «гайд» прямо сейчас. Также, ребят, обучение Amazon Mastery, ссылочка внизу в описании. Если хотите обучаться у меня лично, вся информация там. Заходите на сайт, смотрите видео, я там рассказываю, что это, как работает. Приватное обучение с приватной поддержкой в отдельном Telegram-чате для учеников. Все там пошагово от А до Я, как зарабатывать на Amazon по разным моделям. Все обучаю, все рассказываю и довожу до результата. Главное, чтобы вы работали, сами хотели этого. Смотрите, как мы нанимаем ассистентов, да, зачем они вообще нужны, вкратце такой экскурс маленький, потом я вам покажу, как ставить, какие, собственно, мы объявления выставляем. Сейчас вот недавно новое объявление поставил, видите, у нас 50 аппликантов и 384 хита, я буквально, 384 раза кликнули на нашу application ассистенты, да. Ассистенты – это те люди, которые помогают вам масштабировать ваш бизнес на Amazon. Мы нанимаем ассистентов с Филиппин. Вы можете нанимать ассистентов, в принципе, откуда угодно, я рекомендую нанимать именно с Филиппин, потому что там банально англоязычные люди, у них первый язык тагалог, но они говорят на английском языке очень хорошо, без проблем, без акцентов и так далее. Я предпочитаю их тем же индусам, бангладешцам и так далее, просто потому что даже из английского языка более приятно, как-то все более формально. Ассистенты выполняют очень интересную роль в вашем бизнесе, они вам экономят ваше время. Куча вашего времени, которое у вас, у всех оно лимитировано, оно ценно, и вы должны понимать такую одну простую вещь. Как я объясняю, как я аргументирую, что вам нужен ассистент? Меня многие спрашивают, у меня ученики спрашивают, тоже мои подписчики и так далее. Андрей, зачем, вот когда нужен ассистент, для чего нужен виртуальный ассистент и так далее, там, когда я должен нанимать его? А многие даже вот не грезят, не понимают, что им нужно, они даже не рассматривают этот вариант, они думают, что они будут все сами делать и так далее. На самом деле, вы должны понимать, что ассистент – это тот человек, который будет зарабатывать там $1.5-$2 в час, условно $300 в месяц, да, работая на вас 40 часов в неделю, работая, не покладая рук. 40 часов в неделю, тем временем будете обеспечивать ему зарплату, обеспечить его семью, он будет доволен, будет работать со своего дома, он будет вам благодарен за это, и вы не будете тратить по 7-8 часов в день на поиск прибыльных товаров с онлайн-магазинов, либо контактирование с оптовиками и так далее, либо в зависимости от того, какой модели вы располагаете и так далее. Поэтому ассистенты вам просто необходимы, потому что они масштабируют ваше время, они помогают вам поставить все на автопилот, и самое главное, ваш ценный ресурс, а это время, они помогают вам сэкономить, да? Многие не хотят принять ассистента, потому что это не экономия. Прежде всего, это инвестирование в ваше время. Вы должны понимать, что если вы можете зарабатывать $5-6 в час, большинство из вас наверняка зарабатывает $5-6 в час, а если можете зарабатывать еще 10, 15 и $20 в час, живя там в Америке, в Англии и так далее, вам просто необходим ассистент. Вам глупо тратить собственный ресурс, собственное время на нахождение прибыльных товаров, потому что за вас это может делать любой другой человек. Тем временем вы можете брать и, соответственно, отдельно уже дополнительные часы на работе и так далее, и взяли 10 часов на работе, оплатили ассистенту неделю, там полторы-две недели ЗП, взяли 20 часов на работе в месяц, заплатили ассистенту полностью за месяц, да, там 20 часов дополнительно, и вы сэкономили еще очень много времени наперед, да, это инвестирование в себя, это правильное распределение вашего времени, да, поэтому это такой маленький экскурс про ассистента, чтобы вы понимали, да. Ребят, палец вверх, подписка на канал, не забывайте, комментируйте слово «гайд» прямо сейчас для заработка на Amazon, для моего приватного гайда, я вам отправлю его, ребят, как только так сразу, да.
Смотрите, что мы делаем? Мы нанимаем на сайте onlinejobs.ph. Да, это такой сайт, который именно специализируется на... Это филиппинская платформа. Да, вообще, по-моему, глава данного сайта англичанин, либо американец. Они создали данную площадку для именно аутсорсинга с Филиппин. Да, вот. И здесь мы просто, вот, допустим, у меня сейчас вот новый application поставил. Вот здесь у нас 50 аппликантов, как я сказал, да. Давайте сейчас refresh сделаю при вас, чтобы вы видели, да, что это было все... Фреш, 57, еще 7 человек нам написали. Кликаем сюда, я вам сейчас покажу, как это работает, как это в принципе, да. Вот, опять же, я посвящаю целый раздел аутсорсингу в моем обучении Amazon Mastery. Там просто целый раздел нанимать трюки, фишки, как платить, как мотивировать, бонусы, трюки, иерархии ассистентов, как правильно тренировать, тренируем ассистентов за вас. Это очень важный аспект вашего бизнеса, это то, что помогло мне масштабировать мой бизнес до 6-значных цифр в месяц. Поэтому да, смотрите, здесь у нас Джовелин такой вот, просто она хочет найти, она ищет работу, да. То есть она там excited about the opportunity to help find profitable products for Amazon store, да. На английском языке, разумеется, мы это все делаем. Они на английском общаются, они могут через транслит работать и так далее. Вот, мы, я, ребята, посмотрите до конца, я покажу, как правильно публиковать свое объявление. Я в конце сделаю быстренький такой наброс. Вот, ищу прибыльные товары с Walmart и Kohl's, как Like a Fun Challenge, что ей понравилась-то идея, она хочет, чтобы мы с ней контактировали, она дала свой скайп, и мы ей будем уже писать и контактировать, и потенциально нанимать ее на работу. Как это все выглядит, ребят? Смотрите, мы берем в правом верхнем углу, кликаем Post a Job, мы заходим на этот сайт платный, там есть бесплатная подписка, но она, в принципе, вам ничего не дает. Мне, кстати, лимит дали, мне сейчас дали лимит, я не могу ставить аппликацию, потому что у меня 3 всего лишь поста в месяц по моей подписке, да, ребят, смотрите. Но я вам сейчас покажу на примере. Я запостил как раз до начала этого видео на YouTube, да, я запостил вот такой вот job overview, вот такой вот набросок, да, такой вот набросок я сделал, как мы, кого мы, соответственно, ищем. Да, смотрите, я уже с апреля, 5 апреля 2015 года занимаюсь аутсорсингом, ребят, 9 лет я уже зарегистрирован на этом сайте, вот, да, с 2015 года начал делать аутсорсинг, вот, и смотрите, looking for a reliable person to find products for Amazon store. Research process will entail finding products, процесс включает в себя нахождение прибыльных товаров с таких сайтов, как Walmart, Kohl's, Argos, и так далее. Это позиция на full-time, на полное время. Мы ищем людей, которые будут работать с нами на долгосрочной основе. Контрольный вопрос задаем и Skype-аккаунт. Да? Опять же, почему задаем контрольный вопрос и так далее, это я уже отдельно обсуждаю в обучении тоже, да, ребята. Есть пару таких трюков, пару таких моментов, которые очень важны, когда вы нанимаете ассистентов. Потом мы также сканируем аппликантов и так далее, людей, которые подходят, не подходят, мы их отбираем и начинаем их тренировать по нашей системе. Вот, банально, ребят, процесс очень простой. Вы регистрируетесь на сайте, вы начинаете публиковать job overview, и вы ищете ассистентов, и вы даете им, соответственно, работу. Вы даете им работу на полную ставку, как правило, это full-time, это точно не part-time, и они начинают на вас, соответственно, работать и ставить ваше время на автопилот. Я рекомендую именно этот сайт, ребят, поэтому можете копировать мой набросок overview, который я поставил, мой, опять же, заготовку, мой, как вот правильно ставить, application на onlinejobs.ph, если хотите, да. И да, ребят, я бы хотел бы еще больше времени уделить данной теме на YouTube-канале, но здесь на самом деле все не так. Тут нету столько, тут не о чем говорить вот вглубь там о чем-то, да. Там есть определенные фишки, темы и так далее. Опять же, аутсорсинг – это вот прямо такая вот золотая тема, она моя, я ее обожаю. И мало кто про нее рассказывает, обучает. И я не понимаю, почему не ставит столь большой акцент именно на данный вид развития бизнеса, потому что аутсорсинг – это, в принципе, все, ребята, да, это очень важно. Я уже объяснил в начале видео, не буду повторяться. Поэтому, ребята, если вам понравилось это видео, заходите на сайт onlinejobs.ph, начинайте нанимать ассистентов. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях ниже, с удовольствием на них отвечу. Такое вот нестандартное видео, не гайд сегодня. Вот, и не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, подписываться на мой телеграм-канал, это очень важно, на инстаграме меня. Обязательно подписывайтесь, ребят, тоже очень важно. И не забывайте смотреть мои остальные видео на канале. Лайк, подписка, ребят, комментируйте слово «гайд», надеюсь, видео зашло. Ссылочки все будут внизу в описании. Всем пока-пока.